Привет, господа. Лор, река Майн, барахолка. В общем, все как положено. Вот. И мы с вами здесь. Вот видите мост, но вам особо не видно. Там идет какой-то крестный ход. Вот. Так что, ну, мы в нем участвовать, конечно, не будем. Но вот такая случайность. Вот смотрите, да? Вот идет. Зачитывают какие-то. Да. Смотрите, и колокола бьют, и все вот так. Да, господа, бывает так. Вы знаете, для чего вот этот жёлоб? Здесь лодки вытягивают. А вот этот материал красный, это исторический минерал, который вот здесь. Такое течение мощное. Так что, господа, смотрите, историческая такая вот набережная, брусчатка. Вот из этого материала, значит, сложены все исторические здания города Лора, в том числе и психбольница, известная на всю Баварию. Здесь очень сильная психбольница. И если человек начинает как-то себя чувствовать не очень, то его направляют сюда, и после этого он уже себя просто чувствует великолепно. Но это опять же по слухам и по свидетельству. Вот, ну и тут пиво еще делают, Кайлер, известное, на нем кабан-сикач изображен. Ну и барахолки иногда бывают. Вот приехали мы сюда для осмотра данных мероприятий. Это сука доза, вот ай на шатуле. А что? Угу. Окей, алис, да. Это что? Позволь я скосну? Бери? Nicht schlecht. Nicht schlecht, mache ich eine Runde. Нормально. И недорого. Ну просто я не знаю, что с ней делать. Просто не знаю. Смотрите, как интересная какая композиция. Угу. Такой штофик. Очень оригинальный. Хрусталь. Алло. Алло. Угу.
Хучен Ройтер. Аба зит ви айн вилерой. Десвеген хаби гидаг дасес вилерой он бог айне. Альте серия. Довоенный кувшинчик. Один всего остался. Ja, wie schön, ne? Diese Hutschenreuter. Gemalt? Nee. Ja, naja, so wie es gespachtelt, ne? So. Okay. Gut. Ich habe 200 habe ich gesagt, sie soll so ansetzen. Dann hat er gesagt, also ja. 170. Dann hat sie gerade gefragt, ob ich noch Hunger gehe. Dann habe ich gesagt, naja, auf 170. Dritte. Und 150 habe ich bezahlt. Und wenn ich aber will, dann habe ich gesagt, das gibt es immer noch. Ja, schön, ne? Sehr schön, ja. Und wenn ich nicht immer da bin, ne? Ja, genau, ne? No. Hier habe ich Raum. Meine Tasche habe ich selten hier. Papier, da oben, nimm sie doch. Denise Kaiser. Eigentlich. Ah, da ist es. Das ist doch schön. Spargelservice. Ja, ja. Kann man Spargel servieren. Ja, ja, ja. Peter Weimar. Киршин Ройтер. Розенталь. Was kostet diese Figur? 150 Euro. 150. 150. Розенталь. А я еще окей. Und die Gedecke? Zum Beispiel diese? 15 Euro. Das war so viel. Ja, tschüss. Was willst du? Ich komm doch dann wieder rein, okay? Ihr schon wieder? Immer dieselbe Leute, ne? Seid ihr wieder erfolgreich? Der Vater schon, ja. Der Vater schon. Der muss jetzt immer mitkommen. Мост. Видите? Такой большой мост. Через Майн. Живописное место. Смотрите, какое течение. Я же не могу показывать только одни ценности. Немножко природы, господа. Вот. Майнтальбумля. Порт приписки Лор. Фау. Вот такой вот красный камень. Я не знаю, видно вам, не видно. Местный материал. Местный. Очень старый мост. Его англичане разгрохали в свое время. По-дружески. Но его опять собрали. Видите, тут вот все. Временные, так сказать, отметины. Ух, какое течение. Какое течение. Алло. Алло. Сосед по каузе. 10 евро штука. Хорошо. Угу.
So the series are coming up. Розентальчик. Тяжело. Und was kosten diese Kerzenständer? Alle drei. Алька. У тебя 1 евро есть, Алька? Угу. Дай мне, пожалуйста. Это каподимонты. 42. Also 5 mache ich noch. Was? Machen Sie noch? 5. Zeichnen Sie mal her, ja. Ja, aber also, das Ding musst du nur machen. Ja, ja. Die hat einen Fahrer. Murano. Nee, und der Maulzahn. Der war aber dann auch schon. Eine eigene Lade hat er auch nicht. Der Hessen ist ja. Ja, ich habe gerade Bonbon. Du bist von nachher. Du hast nicht schon wieder hier. Nachbarskarten weißt du schon. Gut. Sind schon so weit? Echt Murano. Hallo, danke schön. Ne? Ja, ja. Hallo. Kirsten. Danke schön. Nicht das Porzellan. Муранская тарелочка. Кобальт. Was sieht man da? Alles. Dresden Marken. Zum Beispiel diese Marke. Mit Brille. Тяжелый, да? Ну, конечно, с такими бронзовыми. Угу. Под нижнюю вообще поднять не могу. Ну-ка. Ого! Какая тяжелая. Что же это такое? Ну, не вот так. Не знаю. Так ты держишь? Да, я держу. Ох, и тяжело. Ой-ой-ой-ой. На 5 кг, наверное, это точно. Ручная роспись. Okay. 20.
Говорит, в интернете 700 евро. Ist das italienisch oder deutsch? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Na ja, okay, das lassen wir. Ganz seltenes. Mhm, ja. Das ist eine Bronze, meine ich. Das ist Bronze. Bronze, ja. Oh ja, lass mal. Lass mal stehen, weil das ist extrem schwer. Das ist durch der Bronze ist das so schwer. Das ist ein ganz starkes Porzellan. Mhm, mhm. Да, это фарфорно очень. Porzellan. Да, это из керамики. Я, aber weiß ich nicht. Hab nicht gesehen, что это за марка. Я. Prunkstück. Угу. Красивая. Das ist ein japonischer Schlemm. Schweiß und gelöst, das ist alles genietet. Der ist 300 лет ему самурайский. Haben Sie den denn erbeutet? Feder, ja, natürlich. Das ist Murano. Murano, uh-huh. Das ist Block-Serie. Очень дорогие вещи. Очень дорогие вещи. Das ist der Kölner Molnai Museum. Ja. Ja, schwere Holz möchte ich dazu sagen. Ja, sehr schwer, massiv. Was kostet diese Öl? 60 Euro. Mhm. Mhm. Schön. Ja, sehr, sehr fein. Sehr fein. Murano-Clown? Was kostet Murano-Clown? 20 Euro. Muranski Clown. Mhm, классно. Вот эта серия мне нравится. Такие веселушки. Девчонки. Это винил. Классные. Такие лица. Ну как лебеди. Лебеди. Помимо гуси-лебеди. Любовь мою несут. Пора прибиться к берегу, но волны не дают. Всем пока, друзья. Посетили, посмотрели. В общем, все в рамках приличия. Здоровья, всем удачи и до новых волнительных встреч.